Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем любимые треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем вот этого мальчика Big Baby Tape. Называется «Баланс». Поехали, друзья! Ребятки, что могу сказать? Ну, мне нравится, ребята, мне нравится, танцевать можно. Слова, конечно, естественно, завуалированы. Ничего понять нельзя, ребятки. Но мне нравится манера исполнения, ребята. Нравится, музыка нравится, нравится мне, ребятки. Вот на кого он похож по исполнению? Ну, не знаю, на кого. На Моргенштерна не похож? А, кстати, что-то вот есть. Скажи, что-то да? Есть. Похоже, да? Угу. Вот манера исполнения, да? Поехали, друзья, дальше. Что могу сказать? Ну, песня называется трек «Баланс». Значит, о чем эта песня? Баланс должен быть во всем. В работе, в отдыхе, в любви, в жизни. Баланс, равновесие, ребятки. И вот еще, я не знаю, мне показалось, не знаю, это правда. Вот он пропел, знаешь что? Я, говорит, хочу, чтобы в моей кастрюле был Егор Крид. Это правда, нет? Или мне показалось? Вот, да, вот я так поняла в словах. Это вот, смотри. Хочу это сделать, чтобы в моей кастрюле был Егор Крид. Не знаю, ребятки. Не знаю, мне показалось, нет ли... Вот послушайте. Я не знаю, ребята. В общем, мне нравится, как он исполняет. Очень нравится. Необычно, не как все. Музыка прикольная. Ну, хорошая. Потанцевать, подвигаться. На вечеринке можно. И знаете, я еще раз послушала бы. И еще раз. Мне нравится спокойная такая музыка, не крикливая, а просто такая вот, знаете, вот такая расслабляющая, балансирующая. Баланс же балансирует. Пока, друзья.